боролся бы, чтобы ты не было, да. Так, да, и поэтому он решил бы свою команду подиума, да? Я не вижу пока шестерых. Нет, я бы точно третий был бы. Нет, ты бы не догнал бы их. Я когда тебя обгонял, ты уже на 2 секунды отстал. В смысле не догнал бы их? Я и так третий был. Ты четвертый был. Я третий был, алё, блядь. Четвертый. Я не помню, я не буду вырезать. Да. Я вот просто... Ну ладно, я третий был. Кто-нибудь уебите нахуй Ридден сразу на первом повороте. Так сделай это сам, в чем проблема. Сам меня не догонит, забей. Кто-нибудь кикните, Шука, пожалуйста. Ну, да соглы. Я не... Он не сюда, да? Или я... Короче, пока я ходил попить, мне в голову пришла лучшая мысль. Пойти поссать. Не-не-не. Убиться в первой же гонке об Шука, и чтобы... Ну, типа, его забанили. А потом включать его меня. Старый Макларен, это я ушки повыпрашивал. Чтобы он Макларен взял старый. Так. На парк прямо включены, блять, может ты хочешь, а? Так, у нас все равно пресеты, друг. Так, чтобы на кладе можно было пресет выбрать, попробовать некоторые. Что тут все, думаешь, знают на какой трассе какие пресеты брать для каких болидов? Я знаю, что надо подумать. Просто подумай и... Покер, ваншотная клава. Так, кого не хватает? Химки есть. Надеюсь. Шурыгина нет, он спит, я пытаюсь его разбудить. Понял. Шуры что? Судя, блядь. Ох, ты еще зашел. Осталось 5 человек. Шук, зашел, так. Шугин, Киви, Димхас. Еще 5, кто еще двое. А топ-грея еще нету, да, в лобби вроде? Он в контру, по-моему, заходил. Ну, нормально. Сейчас я посмотрю, где там грей. Да топ-кет в контре, чекает. Уху, давай. Эллипсинс еще. А, он в главном меню сидит, сейчас зайдет. Эллипсинс потерпел, типа, подождать. Просил. Да, инвайт. Слышь, алло, давай заходи, уже все лобби собралось. Киквы, ты ему позвонил по телефону, что ли? Ну. Чучело. Могу. Пиздец, я не понимаю людей, которые, блядь, уходят 6 часов на хату, блядь. Вы не ворнутые? Это еще 6 часов до Нового года, что будете 6 часов там делать, блядь? Я уже сходил и вернулся. Я, блядь, с самого утра бухаю уже, как... Чё, блядь? Не, я после гонки. Не, я весь день в танки играл. У меня такая же херня, зашёл и давай. И вчера весь день. Так задолбался. Долбите в жопу там в этих танках. Зато чисто фитокизи, финал в Монако, там кому-то там пара очков не хватает до первого места, а он там хвалится в жопе и тупо ему прорваться на по Монако. А чем прорваться, все разъебутся и все. А может Шуб просто матчшота вынесет, и нормально будет. Нормально. Всем привет. Скольких нету еще? Троих. Нету Топ Грея, нету Шурыгина. Я здесь, привет всем, я говорю уже. Да, привет. Я говорю всем, привет. С кем имею честь? Или еще нет. У меня дискорд завис. Вау, amazing. А, Кирилл, вроде похоже пьяный.
Он что-то отписывал, по-моему. Просто проблема в том, что он когда в следующий раз что-то отписывал, он как раз был... У него тоже статус не в сети стоял, поэтому непонятно, он действительно не в сети или... Или... Напиши ему в Стиме или в Дискорде. Или его нету Стима. Не привязан к Дискорду Стим, я не могу чекнуть. Главное, что его нету. Добрый, а ФК в главном меню сидит, то есть типа я его инвайчу, инвайчу. Да похуй, зовите, чтобы играю хуй. Не идет, не идет. Уже 8-10, никого не ждем. Так, секунду. Ваки. Ну, стилю пофиг уже, ладно. Навряд ли зайдет. Что-то мне такое подозрение. Шурыгин, ты там заходишь как-то? А, вот. Да, я в игру захожу. Давай. Так. Погодите, его случаем нету? Он... А, во, я его сейчас перекину просто из того войса. А где он там сидит? А, здорово! Алло, блядь, Топгрей! Ты хоть зайдёшь сегодня? Кто? Топгрей! Алло, блядь! Кого? Хочешь танки играть? Я зашёл, я только что пришёл, я же зашёл уже, вы чё начинаете? Да только сейчас ты зашёл, чё? Да. Мы тебя сидим, ждём, вообще-то 4 минуты назад. Ну извините меня, пожалуйста, извините. Я прошу прощения перед всеми вами. Шук, зашёл. Смотрите, короче, то, что она пошла. А кто меня сюда перекинул, кстати, я же в основном сидел. Топ-грей, короче, должен сорвать последнюю квали. Нет. Да. Блять, как же они-то, ёбну, пиздец, блять. Так хуйня будет. Кто, блять, мать, кто вышел из лобби, сука? Это никто. Был не я. Я не вышел. Да это же тупик. Блять, ну неужели мне придется сейчас реально проверять, блять, по одному? Шурыгин залетел. Нормально. Я на месте, спортсмен. От кого? От кого залетел? Не хватает, Кили не хватает, но Кили... Или не отзывается, поэтому пофиг, прожимаем. Let's go. Он там, походу, уснул уже. Ну, наверное, да. Слуспят, усталые... А что, есть кто-то, у кого уже Новый год настал? У меня через 2 часа Новый год. Через 4. У меня по МСК так что... Через 4. Через 4. Короче, ближе всего это у Новый год у меня 2 часа до НГ. Ну, мы сейчас стартуем уже, да? Напоминаю, что только пресеты доступны для выбора. Wake the fuck up! Скажите, какой пресет, блядь? Скажите, релик. Какой пятый, нахуй? Чё, блядь? Явно не пятый, не первый. Подумайте, просто... Либо четвёртый, либо посередине, блядь. Я баланс. Четвёртый, пятый нормально едет. Я более быстро выберу. Как же не пытается забайтить вас? Я сейчас напрямую вижу, как он сосёт, толкать нахуй будет. А чё по погоде у нас, кстати? Дождь гонки, парни, дождь гонки. Ставим максимальную прижимную силу, так, ага, понял, ага. А чё за шины, да? Классический. Да это... Нет. Он шуткал! Да это дек. Вот как бы. Хуя ты пошутил, топ-грей, пиздец. А чё, ну что, дистанция едут, прикольно. Это шутка, после которой пипискус обычно постят. Блядь, парни, не успел настроить машину, можно РМК? Нет. РНК не будет. Время старта гонки тоже рандомное, поэтому у нас, кажется, заказ выпал. А где блядь, срез? Срез, сука, срез, ебать! Хорош, хорош. Пацаны, у меня 900 градусов стоит на руле. Поминки. Хорош. Блядь, парни, РНК, плейс. Никакого РНК не будет. Если вы приебались, то вы приебались. Да, блядь! А, лошары, блядь! У меня сверху лучший сектор, сука! А мы сколько едем? 5 кругов или еще? 5. Я забыл. А че у Монако дождь?
Тоже хочу монаку. Ну, шанс есть. Если первая гонка нас встречает дождем. То и все последующие будут, да. Время гонка. Ну еще, ребят, сейчас дождь поедем, там, блять, все ясно будет нахуй. Ой, чувствую, какой последний. Я, наверное, последним буду. Я на среднем пресете отъехал. А я с тормозами. Я тупо третий поворот. Да третий, да ладно, не верю. Последний, плохо проехал. Я девятый мог финишировать, что? Я последний. Я с максимальным прижимом девятый. Как тебе плохо проехал? Я тоже прижим повышенный поставил. Не, у меня максимальный. Совсем? Да, тоже. Графан, вы в дождь вообще ехать не будете на прижимной своей силе. Почему? Я вам отвечаю, блядь. Ну тут все равно я там ехать ты не будешь. Бля, я, кстати, не помню, а я убрал прогревочный круг вчера. Надеюсь, да. Нет, прогревочный. Надеюсь, нет. На 5 кругов, по-моему. Это будет. Прогревочный прогревочный сегодня. Да. Я не вылетел, если что. Да нажми кнопку топ-грей, блять. У меня руль нужно перезапустить. 900 градусов, извини. Отлично! Не, ну 990. Кто позади топ-грей стартует, учтите, что он, возможно, будет стоять на месте. А нет, слушай, я руль перезапускаю, сейчас все норм будет. Мне кажется, или здесь заносит болиды больше? Да. Тут, я не знаю, кто-нибудь вообще есть без ассистов? Я еду вообще на клаве, так что забей. Мэдшот без ассистов ездит. Мне Канады хватило без ассистов. Ну, мэдшот это мэдшот, он улетает в стенки, так хорошо, забей. Секс наступающий, пристегните, нихуя не скучу, блядь. Охуенный прорыв на первое место, смотри. Давай, чекаю. Сейчас я наулетишь. Давай, двигай телом, отдыхай. Пристегнитесь, мы взлетаем, пацаны. Нет. Поплыли. Ой, да, реально стоишь на месте, блядь. А ты что делаешь? А что так несет-то жестко? Что ты разбил? Ты что, блин? Слышь, чел, блядь, кто это нахуй? Да все, прозрачный болид едет. Умрет сейчас. Димхаз вроде. Не разрешен на гонже Куберта. Димхаз, блядь, просто Эльфес, ты вообще такой красавчик просто. Счастья тебе, здоровья. А вы если вы не умеете перед воротами, типа там не обязательно за километр тормозить. Можно за 100 метров. Мне дали штраф просто такой, типа я Куберта обогнал, мне, ну... Всё правильно, меня там застопили, это было не по правилам. Ебанский. Слава с крестиком у меня. Что делать? В смысле, каким крестиком? Мама со мной нормально. Я знаю, какой буду смотреть. Ау. Ну короче, эту гонку я в зачёт не беру. Блядь. Элиса, такой красавчик, просто я тормози, твой родственник. Обгоняйте. Ой, нет, я сзади все. Сука, порыло! О, шука обогнали. Ай, топ-грей, бесконтактная что? Борьба! Я тебя вообще не трогал, ты чё? Я тебе говорю, бесконтактная борьба. Всё, понял. А ты чё, как улетел-то? Просто улетел. О, такого шука я узнаю. Ну же Кубер! Ты чё творишь? Я не знаю, что ты затормозил очень жёстко, я хз, я просто ехал. Люди тормозят, передо мной люди, надо учитывать это. Ну что? А сейфтикар выйдет? Гридан, у меня крыло повреждено, я должен... Сейфтикар, как вы... Не, я сам охуел, затормозил. Кубер, ты чё, блин? Ой, а чё вы целуете? Ё-моё! Штук с Димхаса. Штук везёт переднее крыло Димхаса. Ой, Ирин, здравствуйте, у меня что случилось? Я в матчшотов пилился. Подожди, а у нас повреждения есть? Да. Господи, кто тут третьим лезет? Смотри, кого я там... Как я сейчас не сломал вообще? Куда там третьим лес? Везло, наверное. Или ты целый? Нет, немного поврежден. Да мы чего? Я понимаю, сейчас все почти повредили, что ли? Нет, я целый. Я уже на ПТ заехал, крыло поменял.
Мне с оранжевым яду, я буду тошнить. У меня желтая. У меня тоже желтый. Я явно стать въебался с апгрейпсом, просто тупо на месте стоял и я не успел. Эллипсис вообще просто в меня начал въезжать, я понимаю. Тупо Химке позицию подарил, ну ё-моё. Шут продолжил ехать без крыла. Да, я по поминке ему. Обгон справа, давай. Опа, топ грей сидит в эскейпе. Бля. Не получилось. Топ грей, ты чё в эскейпе? У меня кнопка почему-то не работает. Не будь ты медленный, ты мой. Я могу убить случайно. Да Тимхас, за что? Я когда газ полностью вжимаю, у меня сразу же болит заносит. Да, это очень. Блять, недостаточная поворачиваемость. Даже напрямую чисто. Дождь что ли усилился или что, я понять не могу. Все, видимо. Бум шакалака! Пизда тебе нахуй. А, понял, меня Димхас решил убить вообще. Торможу. Куда ты там ускакал, Нюти? Прости, я просто быстрее тебя. На классиках, возможно. Да и так в жизни. Угу. Скорострел. Классическая шутка. Два-три раза упражнение сделаешь, что она болезнь будет. Я ничего не вижу из-за него. Блин. Как похорошели горы Кавказа при Red Bull? Я специально больше притормозил, чтобы ты в Грей проехал мимо. Хорош шук, Найс, тормозишь его. Сейчас он тормозить не будет, мне кажется. А Найс, он просто давит. Последний поворот. Шука, блядь, это пиздец какой-то. Аккуратнее с ним в последнем повороте, он меня там уже убивал. Че, ну у него просто крыла нету. Это все. У меня тоже нет крыла, я же нормально торможу. Блять, заберите мне что-то от меня, а? Блять, я поворот пролетел. Топ Грей, держись в 3 секундах от меня. Да. Вот. Да обгоняй, господи, у тебя штраф. Господи! С какой смысл, блин? Тут типа очки все равно ничего не дают, так что. А что, шук? Парни, кикаем шука, это пиздец какой-то нахуй. Пиздец, блять. Ну что за хуйня? Пошел нахуй, сейчас ничего не дают. Ну брейк тестит, пиздец. Плюс 2 секунды. Шуку. Ну-ка, четвертая попытка обгона. Это ты меня пытаешься обогнать? Да. Ой! Я все это время на богащенке ехал, мне топливо. Ой, я не траву врубил. Че, как? А я рафон ебал. Уберт, как катается? Так я тоже на богащенке ехал. Ну что за фигня? Ну я же там ехал. Сорян, я тебя не видел. Ну капец. Не, это гонка кала, короче, зачеркиваю. Не, нормально. Нормально. Понял, вычеркиваю. Смотри, как меня несет, пиздец. Нас просто пусси. Бля, тут если бы я раньше обогнал бы, блядь, чей челу на шкипе, я бы, блядь, уехал на 2 секунды. Губерт, как если бы на кабы... Да Рофл 2 секунды за, блядь, Джек Юберта нахуй получил, блядь, который не может да, нормально. Рофл, ну, ты занёс, потом, блядь, не все равно. Наверное, ты там уехал, потому что у меня стопы проблемы. Ебать, я пятый! Красава. Лакер, блядь. С 10 на 3, пацаны. Вот это там было на 8. 15 на 5. С 5 на 16. Ну, или все святое родство. 3, это 4. Блин, это просто на могучий путь. Там у Димхаза с Шуком, однако, баталии. Да, Димхаз, что ты делаешь, блядь? Нахер ты, блядь, траекторию нахуй так делаешь, пиздец. Я бухой еду, блядь, чище вас, блядь, пиздец. Короче, Чик Юберт, это вообще пиздец. Шук вообще без крыла, что ли, совсем ехал? Да. Да. Ебанец. Блядь, дай бухой,
по КД просто, пиздец. Он просто давит поворота, слава богу, я уехал от него, блядь. Реально, рофул тут. Не смог я сдержать все-таки матшот, он меня все-таки... Слава, у тебя лагало, что ли, в конце, или что? Нет. Тут меня вообще колбасил. Меня матшот подразвернул просто, я пытался там найти за зацеп. Ну я типа сам полез, он ни при чем. А Dead Inside, это кто просто? Это я. А у нас здесь Эллипс сидит, уважаемый это. Такой. Не. А, это Ньюта! Окей, понял. Джопа. Уважаемый пилот ПКТ, у нас здесь Эллипс сидит? Нет. Просто передайте ему, он штопанный гандон. Вы понимаете мой темп, нахуй? Я просто бешеный, блять. Да, еле-еле обогнал чувака с поврежденным крылом. Грас. Это дуль. Ребят, напоминаю, что следующий болид 98-й Макларен. Да, то есть напоминай перед каждым заходом. Слава, ты куда? В смысле, я Слава? Что такое? Ты вылетел. Ты вылетел, Слава. Можете мне? Сейчас я попробую соединиться. Сейчас, мы сначала должны выйти, потому что у нас Гиллен и Дек все еще на результаты смотрят. Я не смотрю на результаты, мне говорит просто... Я смотрю на результаты. Все, я присоединился. Okay. Мы все тебя ждем, Гиллен. Зашибись. Либо 4, либо все. Ну мы подождем, типа, она по идее запоминает, типа, аккаунт, с которого... Да, есть такая так функция. Так что да, спасибо. О. Просто... Так... Куда? Ты же загрузился. Нет, он вышел. И мы прогрузились из-за этого, потому что он вышел. Окей, 98-й год. Да, 98-й год. 98-й. Ну куда вообще поуходили? Да, у нас слетает очки, понял. Так, надо запомнить, потом и посчитать в соло, получается. Потому что слетает. Макларен 98-го? Да. Нет, да я думаю, мы что-то победил и все. А в смысле слетает? Ты прямо. Типа они, да. Видишь, он нам всем на 0 очки сбросил. Да. Потому что мы выбираем другой класс болидов. А, вон оно что, все. Надо, чтобы кто-то записывал. А у меня стрим идет. Стоп, а зачем очки записывать, если там... Ну там за призовой. 300 рублей за первое место. Ну, матчот заберет. Так только если... Подожди, если в гонке же побеждаешь, получаешь, не? Или что, я не понял. Да, блядь! Типа, везде нормальные очки, просто... Просто за первое место по итогу 300 рублей. Матчот. А почему у него есть очков только у одного челика? Потому что Ньют единственный, кто не догадался поменять болид, блядь. Мэтт не поменял славы. Парни, у меня 0 очков, ничего не знаю, блядь. Стип не поменял болид, Жикуберт, слава и Мэтт не поменял. У меня Макларен стоит, у меня единственный, кто не поменял. У всех 98, поэтому поехали. Все, прижимаем. Готово, поехали. Готов. Подожди, у нас пошла лада горячая. У нас же 17 было, правильно? Да, все нормально, не важно. У нас было 16, но к нам присоединился Celebration. Можно тогда Шука забанить? Пожалуйста. А, и Эллипса нахер услать. Эллипса. Ставь. Кто вообще это такой? Что это за черт? Черт, который выступал в мастере ZFL. Я тоже выступал. Ну передайте то, что я его родственник. По какой линии? По отцовской, по украинской? По анальной. По ротовской. Какая же оливешка пиздатая после Нового года? Точнее, прошлого года. Боже, понимаю. Это тип с прошлого еще, типа. Да-да-да. Вообще заебись. Вот, целый. Прикиньте, реально сделать так много оливье, что тупо оставить на следующий Новый год, типа. Не, чтобы жрать Новый год, это оливье. Че по погоде? Ну посмотри, ну нету дождя, я вас обратно. Какой сезон, парни? Какой пресет? Третий, парни. Бля, третий? Окей, ставлю третий. Верю Ньюти, на слово. Я не уверен насчёт третьего. В скобочках пошло нахуй, блять. Я не уверен насчёт третьего. А какой, четвёртый, второй? Я думаю, второй, если честно. Я второй брал. Мне кажется, тут прижим решает, это же Венгрия, тут поворотов много. Хорошо, в школе расскажи. Главное, белый поребрух, не поребрух. Да, ставь, что вы там пятый, блядь, четвёртый. Поребрух не жрите.
Я обожаю эту карту. Ой, господи. Карту. Ой, карта говна. Любимая. Я ее рот. Почувствовали, да? Первый поворот. Развернулся. Я ее рот. Вообще, а мы на Макларене какого года едем? 98-го. Все. Все, вопрос. Я просто... Ты чё, ю... О, Шадрин, здорово. Такие же эмоции. Он в втором повороте развернулся. Я срезал во втором повороте или в третьем, блядь, там хз еще. Или в первом, блядь, хуй знает. Да чё её так заносит-то? Я умер. Венгрия кусок говна карта, кстати. Люблю Венгрию всей душой. Я не понял, он вообще не тормозит. Своё оправдание скажу, что, типа, Венгрию вы сами проголосовали, и, типа... Своё оправдание. А, инвалид. Оправдание трассы. Я голосовал за Монако. Я за Сингапур вообще-то голосовал. Я ебал за Монако. Я ебал эти болиды. Лучше трасса формуля. Идите нахуй. Почему ты опять срезал, блядь? Объясните мне, пожалуйста, кстати, парни, почему за Бельгию было меньше всего голосов в Японии? Типа, я не хотел после 2000 года ехать в Бельгию. Я поехал бы в Японию. Не, мне тоже нравится. Ну не знаю, на старых болитах Япония что-то не то, мне кажется. Главное, что Монако есть. Монако вообще кайф. В первом сезоне классика ехали вроде темном было. Я, кстати, в Монако чуть не ехал в первом сезоне. Пятый, место. Охуеть, я четвертый. Я понял. Топ-грейд тренил, топ-грейд тренил, блять. Какой тренил? Алло, дядя, ты что, дурак? Топ-грейд 100% тренил. Ну, впереди меня, какого хера? Берегись. Конечно. Я тебя родственник, если ты мне что-то сделаешь. О, мы шлем как раз к Макларену хорошо подходит, ха. У меня черно-желтый. Что происходит просто? А это такая классика у нас. Я в город! Извините, я в дырку, пожалуйста. Вообще, в дырку надо. Я не знаю, людей, я не знаю, кто это. Ну, всем удачи, всем пока. Да, ну, надо, блядь. Хочешь, покажу, как старт выигрывать? Давай, да, покажи, покажи, что стаснёшь. Игрок нам птица, скоро всё случится. Сбудется, что снится. Ля, оооо, прикольно. Это в игре сегодня стартовать будет хотя бы в одном гран-при? Чё, у меня шок лагает! Меня шок убил! Нееееет, за что? Блять, ебать, меня развернуло! Я на ней сразу кто? Кто, блять, меня убил? Шурыгин, сука! Я не вторым шел! Меня его развернули, алло! Ай! Топ Грей, я у меня вслизи голову. Из-за того, что я в тебя вписался, меня еще и вернули! Твою мать, лава! В смысле, я тут просто... Господи, не забудьте назад, а? Мне кажется, ли Слава лагает, по-моему, не? Да, я Слава лагает. Я да, Слава лагает. Тяни интернет. Я просто вторым ехал, меня развернуло, и я такой, а, ну... Ну все, пока. Мне вообще кто-то минута первый поворот врезался в нафтар. Мне кто-то, блин, дай бомбнул. А мне просто в задницу врезался, это, по-моему. А как Шук впереди оказался, если он... Ладно. Да, в принципе, да. У кого 10 крыло сломано? У меня. У меня фул сломано крыло, если что. У меня фул сломано. У меня хотя бы... Я в пипе поеду. Это невозможно здесь ехать без крыла. Согласен. Что происходит? Шкип, хорош танцевать. Не время. Шкипа Слава пинает. Я никого не пинал! Зайню! Оп, Ширыгин! Ширыгин убил! Я видел это! У меня чел лаганул, я чуть в него не врезался. Куда Слава делся? Да Слава пропал. Он был у меня на внешней, его теперь нету вообще. Да, он лагает, меня развернул, по крайней мере, по моей картинке.
У меня ты просто телепортировался в никуда. Да-да-да.